Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует международная компания REST Property, застройщик и лучшее агентство недвижимости по всей Турции. Сегодня мы с вами приехали в район Лиман, Куни-Алты, город Анталия. Здесь я хочу познакомить вас с пентхаусом планировкой 3+1. Пентхаус выставлен на продажу полностью меблированным. Находится он в благоустроенном комплексе с большой территорией. Комплекс был построен в 2018 году. Состоит он из трех жилых блоков. На территории комплекса имеется большой летний бассейн. Также предусмотрена сауна, тренажерный зал, есть крытая парковка. Что касается месторасположения данного комплекса, то оно очень удобное и достаточно удачное, поскольку в шаговой доступности есть абсолютно все супермаркеты, рестораны, школы, автобусные остановки. Также буквально в 5-7 минутах ходьбы по вторникам проходит фермерский рынок. Ну а море и благоустроенная набережная с множеством кафе, а также баскетбольными площадками и велосипедными дорожками находится всего в 600 метрах. Ну и сейчас, дорогие друзья, я приглашаю вас пройти внутрь и посмотреть квартиру. Приступаем с вами к просмотру нашего пентхауса. Напомню, что планировка 3+1. Сейчас мы с вами находимся на первом его этаже, в прихожей, где у нас уже установлен шкаф для хранения верхней одежды и различных других вещей. Также здесь у нас располагаются гостевой санузел, гостевая спальная комната и гостиная. Гостиная в данной квартире у нас совмещена с кухней открытого плана. В кухонной зоне установлен комплект корпусной мебели и также уже установлена вся необходимая бытовая техника. Также из кухонной зоны у нас с вами имеется выход на небольшой балкон. Зона гостиной в данной квартире у нас достаточно просторная, очень светлая и уютная. Из мебели здесь у нас имеется с вами буквально все необходимое. Это мягкий диван, два кресла и также установлен телевизор. Сейчас мы с вами поднимаемся на второй этаж нашего пентхауса, где у нас с вами располагаются две спальные комнаты. Одна из них находится по правую руку от меня. Слева у нас располагается санузел с душевой кабиной и прямо хозяйская спальная комната. Хозяйская спальня в данной квартире впечатляет своими размерами. Вы только посмотрите, насколько она просторная и на то, какая она светлая. Находиться здесь одно удовольствие. В данной спальне у нас имеется индивидуальный санузел. Также комната полностью оборудована всей необходимой мебелью. Здесь уже установлен кондиционер. Ну а также из этой спальни у нас имеется выход на просторную террасу с видом на горы. Размеры данной террасы позволят спокойно вам оборудовать здесь весьма уютную зону для отдыха, поставить, например, шезлонги или оборудовать какую-то небольшую обеденную зону. Также посмотрите, пожалуйста, какой потрясающий вид на горы открывается с балкона вашей будущей квартиры. Здесь у нас с вами находится третья спальная комната, которая может стать детской или же гостевой спальней. Отсюда у нас с вами имеется также выход на довольно-таки просторную открытую террасу. Ну а теперь хотелось бы немножечко поговорить об отделке данной квартиры. Итак, в гостиной и в прихожей зонах у нас на полу с вами лежит керамическая плитка, а во всех спальных комнатах на полу постелен качественный ламинат. Более того, в квартире также у нас проведен природный газ и установлены отопительные радиаторы. На этом наш обзор подошел к концу. Более подробную информацию, а также стоимость данного предложения вы сможете найти на нашем сайте restproperty.ru. Данный объект находится под номером 9074. Ну а я прощаюсь с вами до скорых встреч. Не забывайте подписываться на наш канал, также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные предложения недвижимости на нашем канале.